Пора, поставлю. И бомба! Дина вышел, двоих забрал. ВХшник не промахивается. Ай-яй, какой неприятный момент здесь. Давай, злобный пони. Просто врывается, минусует. Сейчас еще поднимает прототип. Фортуна. Есть. Нет, Фортуна да. взял. Все. Фортуна взял. Фортуна делает финальный выстрел. Господи. Один в один оставались. Что творит Arena Stars? Это 2-0. Warface Open Cup стал для меня возможностью получения тех ощущений, которые я не могу получить нигде. Так что собирайте команду, играйте Warface, и, может быть, при правильном подходе вам получится пройти на финал Open Cup и ощутить те эмоции, которые я ощутил я. Warface Open Cup дает мне бурю эмоций. Можно доказать, на что я способен, на что способна моя команда, проявить свои силы. На Warface Open Cup финал я уже 6-й раз. Первый раз у меня было большое волнение, я очень боялся, ноги дрожали, руки дрожали. Постепенно я привык, и уже к 4-му лану у меня не было никакого волнения. Только эмоции, были великолепные. На финале я полностью сконцентрирован на игре. Те эмоции, которые ты испытываешь на лане, это шикарно. Прежде всего, побывать в атмосфере Mail.ru, ощутить эмоции, получить свои призовые, подарки. А вообще, мне кажется, самый клевый момент – это когда ты поднимаешь чек с первым местом. Warface Open Cup для меня было и есть как хобби, но в последнее время стало как дополнительный способ заработка. Первый лан прошел так, что мы понимали, мы не очень опытные и не сможем так просто взять и занять первое место. А сейчас, уже неоднократно выходив сюда, у нас есть все возможности.